люди, которые живут, наверное, так, как им хочется, независимо от каких-то клише нашего общества. Скейтбординг — это, в первую очередь, творчество. Это не просто спорт или что-то в этом такое. Для меня серф — это мой стиль жизни. Без него я просто как без ног, без рук. Я только вижу доски, цветные сны, а пол. BMX — это, можно сказать, полностью моя жизнь. Я в нее вкладываю все. Мою душу, мое сердце, не знаю. Я отдаю все себя полностью. Скейтбординг – это, конечно же, в первую очередь, это свобода. Ты просто кидаешь скейт под ноги, забываешь обо всем, просто абстрагируешься от всех проблем. Скорость, драйв – просто кайф.